Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как при выходе из депрессии пережить ощущение, что я спала годы и многое пропустила, перестать сравнивать свою жизнь с жизнями знакомых, бывших одногруппников и т.п. Я в тумане пробыла почти 5 лет, сейчас мне 28, понимаю, что разные условия, обстоятельства у всех свое время, но эта мысль о том, что я неудачница в общепринятом социальном смысле, тянет обратно на дно. Внутренняя работа, увы, не всем вина, а вот внешние атрибуты, работа, статус, отношения, да. Тут я про людей отписался от всех, кого, от кого можно, чтобы не мельтешили успешным успехом, стараюсь сосредоточиться на себе только, но все равно тяжело, тяжело. Ну что ж, здесь ситуация, на мой взгляд, получается несколько многоплановой, то есть, ну, во-первых, вы не просто так, скорее всего, оказались в депрессии, вот. То есть вы в нее вследствие, ну, вследствие чего-то попали, да? Это вот, пожалуй, что такой первый и, наверное, самый очевидный момент. Соответственно, то, что вы вышли из депрессии сейчас, на данный момент, на данное время, это, безусловно, хорошо, то, что вы вышли. Вот, это, безусловно, здорово. И в этом смысле вы молодец. Вы в этом смысле, ну, большая молодец, что смогли это сделать. Вот. Но также, я думаю, что для вас, ну, вот, как бы, само по себе это состояние, оно, скорее всего, было травмирующим, вот. Это состояние, оно для вас травмирующее, оно является для вас, травмирующим. И, соответственно, наверное, оно, это состояние, как-то на вас до сих пор влияет. Вот. В частности, вы себя сравниваете, в частности, вы себя, значит, ну, подавляете, да, вы как-то вот к себе относитесь не лучшим образом, а вы требуете от себя там быть какой-то и так далее. Вот. То есть вам больно на данный момент, вам тяжело на данный момент, и, соответственно, я думаю, что боль, конечно же, в первую очередь нужно здесь прожить, потому что, ну, вот есть вещи, которые вам просто-напросто мешают двигаться именно дальше, мешают двигаться именно вперед. Вот, есть вещи, которые, условно говоря, вас тормозят по той или иной причине. Это первое, на что хочется обратить ваше внимание. Второе, на что хочется обратить ваше внимание. Дело в том, что если вы, ну, как бы, если вы движетесь, если вы именно движетесь в направлении того, что смотрите на вот других людей и вас, условно говоря, волнует успешность этих людей, да, к примеру, вот. Я думаю, что здесь есть такая немаловажная деталь, а именно, что вы
Вот недостаточно внимательный к себе. Вы говорите, что внутренняя работа не всем видна. Ну, она, эта самая внутренняя работа, видна ровно настолько, насколько вы ее ну, могли бы демонстрировать. То есть, если вы свою внутреннюю если вы внутреннюю свою работу демонстрируете, да, ну, вот, то она и будет видна. Если вы свою внутреннюю работу не демонстрируете, то она и не будет видна. Только здесь важно понимать, на мой взгляд, несколько важных аспектов, а именно, что такое демонстрация внутренней работы, что это такое. То есть, если, например, мы говорим, что я делаю что-то специально для того, чтобы меня заметили, да, то это уже больше именно такой вот, получается, как бы, ну, наверное, получается больше такой демонстрационный срез. Вот. Это получается именно демонстрационный срез вашей активности. А если демонстрация является следствием того, что вы делаете, это уже немножко другое. Поэтому вопрос заключается в том, на мой взгляд, насколько вы, значит, себя реализовываете. Насколько вы себя реализовываете. Насколько вы, ну вот, к себе, да, относитесь, ну, как бы сказать, значимо сейчас. И относитесь ли вы к себе сейчас значимо, в принципе. Вот, то есть я бы, наверное, так бы сформулировал бы этот момент. То есть вот, да, вы там оказались выбиты на какое-то время из жизни. Да, вы, может быть, где-то что-то упустили. Вот. Но если вы прямо, допустим, сейчас, да, занимаетесь, например, тем, к примеру, что вам интересно, если вы прямо сейчас делаете то, что вам нравится, то, на мой взгляд, вас, в принципе, мало вообще что в этом смысле может остановить. Вот. Ну, то есть вы просто вот будете, ну, добиваться, вы будете добиваться каких-то успехов, да, вы будете достигать чего-то, и, в принципе, как бы все на этом. Вот, другой вопрос заключается в том, вот если вам, условно говоря, этого мало. Вот, если вам этого мало, вот это уже другой вопрос, это вопрос куда более, на мой взгляд, интересный, и тут уже нужно конечно, смотреть, да, то есть, а тем ли вы занимаетесь, на то ли вы
тратите свои силы, да, на то ли вы тратите свою энергию, на то ли вы тратите свое время и так далее. Вот. Потому что, ну, вполне может быть, что не на то. Вот. И вот то, как вот вы, например, уделяете время в этом смысле успехом других людей, да, вот, конечно, оно наводит на мысль о том, что вот, может быть, вы вот, ну, как-то вот не совсем движетесь в том направлении, в каком вам было бы комфортно, да, в каком вот, вы бы сами для себя хотели. Вот. То есть тут есть некоторые варианты, и, соответственно, эти варианты нельзя сбрасывать со счетов. Вот. Мне кажется, что вы в какой-то момент времени начали много от себя требовать. Мне кажется, что в какой-то момент времени вы стали требовать от себя, вот, знаете, ну, каких-то достижений. Вот, вы стали требовать от себя чего-то достигать, то есть вы стали требовать от себя достигательства. Вот, и вот с этого момента у вас пошла вот эта вот, ну, понеспадающая, то есть вот, как бы, ну, чувствуете вы, что, например, не справляетесь, чувствуете вы, например, что у вас не получается, чувствуете вы, например, что вы не можете чего-то, вот, и, соответственно, отсюда фрустрация. Отсюда фрустрация, вот, и, ну, собственно, нарастающая фрустрация. Вот, и, само собой, это все очень-очень нелегко для вас. Это, ну, на мой взгляд, очевидно. Вот, поэтому дело не в успехах, как мне кажется, ну, людей других. Дело именно вот в том, я бы сказал, вот чего вы, ну, чего вы сами хотите, вот. Чего вы сами хотите, допустим, как вы сами хотите, допустим, вот. Это вот, мне кажется, здесь куда более такой важный момент. И вот это, как мне кажется, то, на что вам нужно, в принципе, обратить как раз свое, ну, свое внимание, вот, в первую очередь. Вот, я понимаю, что это может быть не просто, я прекрасно понимаю, что, ну, что могут быть вот, проблемы определенные, я прекрасно понимаю, что могут быть сложности определенные, я отдаю себе в этом отчет. Вот, но тем не менее, это вот ничего не меняет в этом смысле вообще. Вот, то есть это вот, вообще ничего не меняет. И все, что вам нужно, ну, как мне видится, это просто вот как-то вот, ну, принять, увидеть, что вам нужно искать себя, вот. Как-то смотреть не на успех людей, вот, который может быть разным у всех, с одной стороны, и довольно однобоким с другой стороны. То есть вот, ну, на самом деле
успешность может быть однобокой. То есть там могут просто не показывать там наличие каких-то проблем у человека, да, то есть вот, на, допустим, фотографиях у всех всегда все хорошо. Вот. Так что вот спроси, основная проблема здесь в том, каким образом вы переключаетесь вот на других людей. И ваши требования к себе. Вот эти несколько аспектов, вот, они являются, на мой взгляд, ключевыми для понимания и соответствующего решения ваших проблем. Вот. Ну, конечно, конечно, вам нужна психотерапия. Вот, потому что депрессия заболевание достаточно тяжелое и сильно порой меняет человеческую личность, вот, и вам нужна помощь. Вот. Вот. Само собой. Поэтому вам нужна психологическая поддержка, сопровождение и так далее. Вот. Так что, отвечая на ваш вопрос, как при выходе из депрессии пережить ощущение, что спала многие годы и пропустила, проживать это ощущение и, собственно, смотреть, чего же я хочу. Вот. Не в контексте успеха, вот. А именно вот в контексте, ну, настоящих каких-то вот ваших потребностей, да, в контексте вот, настоящих ваших, ну, как бы ну, настоящих ваших желаний. Вот. Вот я бы, наверное, наверное, такой ответ вам предложил бы. Здесь, ну, с точки зрения, опять же, психологии, да, и с точки зрения психотерапии. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу.